Привет, YouTube! Привет подписчикам, зрителям канала Technics Reviews. Сегодня у нас испытание сковородочки, обзор которой я делал, нержавеющей, походной. Вот она такая небольшая, и мы на ней приготовим сегодня походную яичницу. 4 кусочка сала ставим на печку. Печка уже в режиме, видно пламя, дыма нет. Пламя достаточно хорошее, интенсивное. И будем готовить яичницу. Я буду снимать, потому что сильное пламя, и есть вероятность того, что может загореться внутри сковородки. Поэтому я немножко буду за этим следить. Сейчас печку разверну немножко по ветру. Вот чем полезна ручка на печке. Что всегда за ручку можно печку развернуть. Тем самым улучшит режим горения. Теперь уже фактически можно будет раздевать сюда яйца. Берем 2 штучки яиц и раздеваем этот жир, который вытащил из сала. Приятный звук шипения. Продолжаем приготовление. Ну и естественно походная яичница — это не глазунья, а хорошо прожаренная яичница. Очень скоро мы получим готовую яичницу. Сковородка, как видите, вполне себя оправдывает. То есть такая вроде бы на вид небольшая сковородочка, но на 2 человека еды вполне достаточно. То есть вот такая вот яичница приготовлена из 2 яиц и из 4 кусочков сала. Ветерок немножко поднимается, сдувает пламя. Но это не помешает приготовить еду. Готово. Я с вами прощаюсь и иду ее кушать. На этом сегодня все. Пока-пока.